чтобы показать вам небольшую новинку, которую вы увидите вскоре на поле, начиная со следующей пятницы, следующей недели, когда будут начинаться первые матчи шестого тура премьер-лиги, когда Шахтер будет играть с Металлургом Запорожье. Такого нет больше эффекта пены. Исчезает эта краска спустя несколько секунд. И краска лак. Для Украины мы подумали начать именно с этим новым продуктом. Мы немножечко задержали. Было опоздание, но задержка, связанная с некоторыми трудностями, связанными с импортированием данного продукта. Вы лучше знаете, чем я, что иногда очень трудно новый продукт завести быстро, в сжатые сроки, в страну. Однако, решили трудности, и поэтому в следующем году вы увидите, как арбитры уже используют этот новый инструмент. Новый инструмент. Вы можете узнать, какой бюджет будет, и кто заплатит, федерация или премьер-лига. Точно, но где-то порядка $2. Просто старые говорили 6 евро, но он сказал, что это первое предприятие на бритье. Кулимеки, Густаво, Молосе, Эрбусе, Чейзе. Но, кулимеки. Я думаю, что меньше. Ovviamente all'inizio quando c'è magari una sola azienda che produce, il prezzo sale, quando inizia la concorrenza si riesce a avere un prezzo più basso. Adesso ve lo faccio sapere. Я могу дать вам позже более точный ответ. И у обоих ассистентов тоже есть по одному запасу. Если у арбитра, например, закончится во время матча, он может попросить у ассистента запасной болгарский. Поэтому скажем. А что касается погодных условий, температурный режим, дождь, снег, каким-то образом влияет на использование? В Украине же не холод. Не бывает холодно. Нет, мы уже все это протестировали. È un prodotto che c'è stato, è chiaro che se sta diluviando l'efficacia sarà molto migliore, diciamo che sono situazioni limite, può dire, questa è stata usata già l'anno scorso, mi sembra 4-5 leghe europee, Лига Европы, чемпионатов Европы. У нас есть микрофоны, передачи сигнала, спреи, все становится как гробоков. С моей стороны, скажем так, рассказ закончил. Называется это при управлении стандартным положением. В этом мы убедились, даже смотря матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, намного легче становится управлять стандартные положения, особенно вблизи на площади. Что касается удобства при беге, то никаких проблем, допустим, я не испытывал. Используется поддержатель, который мы цепляем на шорты, и, в принципе, дискомфорта я при работе не испытывал, то есть нет никаких побочных явлений. Нет, отвлечений на то, что ты бежишь с килограммовой или с 10-килограммовой гири, то нет этого ощущения, поэтому проблем в этом нет. Такой вопрос. Ну, я не Лучанов, потому что я с ним в этой передаче участвую.